Друзья мои, сегодня в лаунж кафе «Миндаль» очень танцевальная атмосфера. Прямо сейчас на импровизированной сцене выступает певица Асоль с новой программой «Летопись Асоль». Наслаждаемся! Сегодня привело в «Миндаль». Неужели вы помните ту самую Асоль, которая когда-то пела песню про маму? Помню маленькую девочку. Сегодня я совершенно не узнать. Красивая леди. Хотим послушать ее новое творчество. Счастье, радость и эйфори. Буду завжди я с тобою. Тримай мене, люби мене. Тримай мене. Кать, добрый вечер. Безумно рада вас видеть в Харькове. Я правда помню вас, той самой маленькой девочкой, которая пела песни про маму. А тут мне сказали, что Асоль приехала в Харьков, что Асоль выросла, она уже взрослая девушка, красивая, длинноногая. А скажите, сколько времени длилась ваша творческая пауза, с чем она была связана и с какой программой вы сегодня вновь возвращаетесь на большую сцену? Пауза была связана с тем, что я, собственно, искала себя в стиле музыки, вообще в жизни, в личной жизни. Я училась в университете, до этого училась в Великобритании, усовершенствовала свои знания как музыкант, как вокалист. Сегодня программа «Летопись Асоль» — это программа, в которую вошли мои личные тексты песен, которые я писала. Это очень откровенный такой сегодня нас ждет вечер. И ваш город — это первый город, в котором мы презентуем программу. С тобою кораблі від осені і до зими, гріємо в долонях щастя на берегах життя скалясти. Юля, ваши эмоции от концерта, как вам Асоль? Появилось желание и дальше слушать эту девушку? Да, появилось, мне очень сильно понравилось. Как бы я вспомнила ее с детства, как бы я ее знаю и слышала. И сейчас ее песни, как бы просто я не думала, что это она. Мне очень понравилось. Я теперь буду ее слушать. Вот сегодня все обсуждали Евровидение. Как вы считаете, есть ли у Асоль возможность поучаствовать, выиграть Евровидение? Есть, конечно, есть. Надо пробовать. Я считаю, что если пробуешь, всегда добивайся чего-то. А если не пробовать, тогда ничего никогда не будет получаться. Появился ли у вас продюсер или вы занимаетесь сама своей карьерой? Я работала до этого с продюсером достаточно долгое время. Еще до этого работала с продюсером в детстве. Сейчас мне не хочется. Наверное, вот эта свобода творческая, она мне нужна, как и любому артисту, потому что обычно как складывается? Артист становится узнаваемый, контракт заканчивается, он продолжает работать сам по себе. Я человек давно в этом бизнесе, и многие меня знают, слава богу, вот такая вот честь для меня. Много знаю про этот бизнес, поэтому, конечно, тяжелые бывают моменты, трудные, где-то еще мне ого-го, сколько нужно научиться делать, но я учусь, еще раз учусь и очень много работы. А вы прогнозировали, что Асоль вполне реально выступит на Евровидении в этом году. После увиденного концерта осталось такое мнение? Наш Леонидович сказал. То есть у вас есть инсайдерская информация, что все будет, да? Он сказал, что Катя 100% будет выступать на Евровидении и 99%, что займет первое место. А вы за нее будете голосовать? Конечно. Я смс отсылать. Со всех телефонов? Со всех телефонов. И все мои друзья будут заголосовать за нее. Ребята, ваши эмоции от концерта. Вам понравилась Асоль? Очень классный концерт. Все нам понравилось, все супер. Девочка классно поет. Успехов ей, процветания. Всего самого хорошего. Я думаю, у нее все получится в ее сольной карьере. Как считаете,
пока вас не было, насколько изменился украинский шоу-бизнес? Есть ли артисты новые, молодые, которые вас вдохновляют сегодня? Да, безусловно, очень классно, то, что наконец-то в нашей стране дали дорогу молодым. Появляются безумно талантливые ребята, такие как Костя Дмитриев, который был со мной на проекте «Голос», который сейчас работает с Ваней Дорном. Группа «The Hard Keys», это «Piano Boy». И очень много, на самом деле, у нас сейчас артистов, которые делают классную, качественную, европейскую музыку. Сегодня наше первое интервью в 2017 году, поэтому, конечно же, хочется узнать, какие планы у комплекса «Пушка Миндаль» на этот год. Наверняка, как всегда, затеяли что-то интересное и глобальное. Как обычно, уходит зима, потихонечку уже стучится весна и все весенние праздники, и 14 февраля, и 8 марта, и все-все масленицы, и всевозможные дегустации, презентации, меню. Все у нас впереди, следите за анонсами, всех рады видеть, всех накормим, всех встретим, всех развеселим.